Всем привет! В данном уроке мы разберемся, как стандартными средствами операционной системы Windows 7 стереть обычную перезаписываемую DVD-болванку, либо CD, неважно. Единственное, что нужно здесь учесть, что болванка, то есть ваш диск, должен быть с пометкой RW, то есть перезаписываемый, потому что если у вас просто записан какой-то диск, его стереть нельзя, он как бы одноразовый. Это нужно учитывать. Итак, если у вас что-то записано сейчас на перезаписываемом диске, то жмем пуск, компьютер. Вот мой DVD-дисковод. И как видим, что на нем сейчас что-то записано. Давайте проверим. Да, на нем какой-то фильм записан, который я записывал много лет назад. Хочу сейчас стереть его. Так, я выбираю его, делаю активным и жму на кнопку «Стереть этот диск». Либо же кликаю правой кнопкой мыши и вот здесь выбираю «Стереть диск». У вас не будет этого пункта, если у вас будет болванка не перезаписываемая. «Стереть этот диск». Закрыть мастер после... Да, закрываем мастер. Нам тут пишет, что готовность, все пропадет. Стираем диск. Все, у нас закончилась процедура стирания диска. Диск еще шумит в приводе, но на самом деле на нем наверняка уже нет никаких файлов. Как вы видите, я два раза на нем кликнул кнопкой, и у меня ничего не высветилось, никакой фильм, и написано свободно 438 гигабайт из 438, то есть вся информация стерта. Теперь можно на него записать что-нибудь другое, но это уже будет в следующем уроке. Всем спасибо за внимание.